Праздничный ливень. Шествие выпускников едва не превратилось в конкурс мокрых маек. По пояс в земле глава железнодорожного района Коноплев советует жителям аварийных домов не пиариться. Бомбежка или ремонт? На фоне разговоров о хорошем сервисе ТГК-14 продолжает раскопки в центре города. Экс-министр регионального здравоохранения Михаил Лазуткин знаменит не только своими громкими реформами. Прошлой зимой бывшего чиновника от медицины задержали по месту жительства в Хабаровске и поместили в СИЗО Читы. Лазуткина подозревают в получении крупной взятки в размере 16 миллионов рублей. Вот уже 7 месяцев Михаил Николаевич содержится в изоляторе. Как ранее сообщал телеканал ЗАБ-ТВ, условия его пребывания под стражей ничем не отличаются от стандартных. Необходимо провести ряд следственных действий и закончить предварительное следствие, ознакомить Лазуткина с материалами уголовного дела. В настоящий момент ему предъявлено окончательное обвинение, и мероприятия, которые планировались следствием, проводятся активно, и уголовное дело к концу указанного срока должно поступить прокурору для утверждения обвинительного заключения. 21 июня суд в очередной раз продлил срок задержания Лазуткина под стражей, на этот раз до 12 августа. В прокуратуре нас заверили, продления больше не будет. В этом нет надобности, все следственные действия завершатся. Безусловно, у него имеются устойчивые связи и служебные связи, и поэтому с учетом той общественной опасности и с учетом того, что данное преступление направлено и подрывает интересы государственной власти, безусловно, другая мера пресечения не может быть ему избрана, и поэтому позиция стороны защиты судом не была принята во внимание, и он оставлен под стражей. Михаил Николаевич настаивает на своей непричастности, невиновности, добивается освобождения из-под стражи, но последнюю оценку скажет суд. Известно, что сторону Лазуткина приняли не только родные, но и некоторые его бывшие коллеги-доктора. Они приходят на все судебные заседания и приносят ему передачи. В скором времени телеканал ЗАБ-ТВ ознакомит зрителей и с позицией защиты Михаила Николаевича. Интервью дадут адвокат экс-министра и его дочь. Мария Тачкина, Дарья Иринская, Максим Лобачев, ЗАБ-ТВ. 23 июня выпускники по всей России отмечают свое прощание со школой. Что и говорить, школьный выпускной бывает раз в жизни, и тщательность подготовки к нему легко может посоперничать с конкурсами красоты. В 7:30 был мейкап, потом платье шили за полгода. Полгода? Да. Сколько стоит платье? Ну, мое 16 стоит, твое... 30. Да, вот так. Мой костюм синий, темно-синий, у него... красивая белая клетка и все такое. Ну, ты очень рад, что ты сегодня в нем, да, видимо? Да, костюм очень красивый. Я очень рад, что он. За сколько ты его взял? Ну, или взяли тебе близкие? Это можно не говорить. Ну, примерно? Ну, примерно 23. Я не хотел просто выглядеть слишком тускло, мне кажется, это, ну, все сейчас придут в костюме, и все будут выглядеть просто под одну копирку, а я буду как бы всем дарить настроение буду. И тем более ливень. Ну и что? Вот именно, да, ливень. И у всех настроение, возможно, даже упало из-за того, что отменили шествие. А я просто вот такой пришел и как бы показываю, что хочу настроение всем подарить. Выпускники при полном параде. У кого дорогие платья и костюмы, у кого очень нетривиальный наряд, а в дополнение яркая панама. К сожалению, шествие выпускников из городской программы Всероссийского выпускного в Чите вымыл ливень. Целый день готовили платье, прическу, макияж, и ничего не состоялось. Очень жаль. Дождь? От дождя мы спрятались, дождь кончился, и можно было бы все-таки мероприятие провести. Почему бы не провели, непонятно. И в тот момент, когда мы пришли на площадь, аппаратура находилась под воздействием осадков. Она была, конечно, вся намокшая. Было очень опасно, и поэтому было принято решение об отмене праздничного мероприятия и об отмене, прежде всего, шествия, потому что, прежде всего, для нас это здоровье выпускников. Мы сами огорчены данным обстоятельством, учитывая, что все-таки предварительная работа была огромная проведена. Отмена шествия – это печально. Устроить конкурс мокрых маек еще хуже. Все же праздничное настроение выпускников близлежащих школ не смыть никаким дождем. Ну, поздравляем всех выпускников. Не расстраивайтесь, что нам не повезло с погодой. Все равно этот день сегодня наш, и такого больше не повторится. Запомните его. Да, и повеселитесь от души. Всех вот. Мы поздравляем всех выпускников и родителей с данным событием. Желаем успехов, удачи, благополучия и исполнения их заветных желаний.
чтобы они никогда не забывали с тем, с кем учатся, всегда выглядели хорошо и также сверкали настроением, как и я. Вячеслав Бакницкий, Сергей Бумагин, ЗапТВ. Накал страстей, причем во всех смыслах. Ни жара, ни перспектива поездки на КСК в конце пятничного рабочего дня не стали преградой для проведения пикета против пенсионной реформы Федерации профсоюзов Забайкалья. Полчаса напряженного молчания, десятки говорящих транспарантов. Продолжительность жизни, допустим, в Забайкальском крае, гораздо ниже средней продолжительности жизни в Российской Федерации. Поэтому не зря вы сегодня видите плакаты, что с работы сразу... Значит, уже отдохнуть не придется. Поэтому действительно очень люди волнуются. Профсоюзы на себя взяли, значит, ответственность за это мероприятие, потому что настаиваем, чтобы к нашему мнению прислушались. Наше мнение законно. Более 200 человек приехали специально из Читы на площадь труда в поселок Текстильщиков, чтобы выразить свою позицию. Профсоюзы сразу нескольких министерств, в том числе образования, культуры, здравоохранения, электропрофсоюза, а также люди, кого грядущая реформа задевает за живое. Женщины где будут работать? Потому что рабочих мест нет свободных. Молодежь, получая образование, причем платное, не обеспечивается рабочими местами. И я думаю, что конкуренции никакой не будет, потому что разница в возрасте большая. Вот я ранее работала на КСК. 57, 58, 60,5 лет похоронили. Это они работали на тяжелых работах. Что за уточка? Уточка в доме Медведева. С чем вы не согласны? Я не согласна с тем, что прежде чем делать реформу пенсионную, нужно создать рабочие места. Мне сейчас 49 лет, я не могу никуда устроиться, потому что возраст. А что будет потом? Работы пенсии лишат. И все прочее. Вообще не согласна ни с правительством, ни с президентом, если честно сказать. Обещал одно, а сделал другое совсем. В нашем крае и так очень тяжелая работа. И если увеличивать пенсионный возраст, то это действительно так и есть. Мы просто практически не доживаем. А где вы работаете? Временно не работаю. Площадь труда можно было бы смело назвать площадью революции. Так уж повелось с недавних пор, что чаще всего пикеты и митинги проводятся здесь, вдалеке и в тишине. К слову, Федерация профсоюзов подавала заявку на проведение пикета на площади имени Ленина. Отказали. Представитель администрации так и не смогла ответить на вопрос «почему?». Скажите, пожалуйста, а почему нельзя проводить пикеты на площади имени Ленина, а именно на КСК? Я интервью давать не буду. Вы же представляете городскую администрацию, да? Да, представляю, но по запросу, пожалуйста. Как рассказали потом, члены Федерации профсоюзов отказ в проведении мероприятия на площади имени Ленина объяснили тем, что ее готовят к параду выпускников. Но так или иначе пикет состоялся. Услышат ли его, как и сотни других по всей России, выяснится только через несколько месяцев. Гуля Алхасова, Максим Лобачев, ЗапТВ. Ремонт летом, тепло зимой. Лаконичную фразу довелось не раз услышать или прочитать на улице, наверное, каждому жителю Читы. Город усеян котлованами, люди жалуются на пробки на дорогах и отсутствие горячей воды в домах. На одних улицах ремонт ограничивается сутками, на других он тянется месяцами. Горожане ждут, когда придет конец этой эпопеи. Это все затрудняет дорожное движение, как бы в городе и так сложно ездить. Поэтому вот эти раскопки, которые проводятся ежегодно летом, это какой-то кошмар. И непонятно что, все равно вода ржавая бежит дома. И непонятно вообще, для чего это все происходит. Бомбят или все-таки ремонтируют? Пока руководство компании ТГК-14 дают оптимистичное интервью на одном из городских порталов, рассказывая об успехах в сфере обслуживания. По городу можно передвигаться разве что только по воздуху. Интересно узнать, на какой вид потребителя рассчитан этот вид сервиса. В источнике говорится, что последние несколько лет ТГК-14 старается сделать свои взаимоотношения с клиентами как можно более простыми и прозрачными. Рассказать о своей проблеме, задать вопросы и лично пообщаться с руководством компании может каждый, главное – предварительно записаться. Большая часть горожан недовольна тем, что в центре города ведутся бесконечные раскопки, повсюду открытые канализационные люки, в которые может провалиться кто угодно. Особенно это касается детей. Но создается впечатление, что читинцев никто не слышит, по словам жильцов одного
из домов по улице Токмакова у рабочих вечные трапезы и чаепития, которые прерываются совсем ненадолго. Дождя нету, встали, я говорю, и быстро все пошли работать. Ничего не делается. Ну, еще 2 недели, все это будет у вас раскопано. 2 недели. 2 недели еще. Я говорю, значит, вам наплевать на людей, что здесь маленькие дети живут, да, пожилые люди, что инвалиды есть, посмотреть. Как говорится, лежачие, которые нужно протирать, это все делать. И дорога завалена вечно хламом. Это вот можно, как говорится. И сидят, даже вуз не дуют. Мне кажется, это пустая трата денег. Можно как-то отвести другие участки, чтобы не перекапывать. И можно сказать, даже бюджет тот же самый. Мы каждый год тратим на этот же участок 1 000 000 рублей. Вот, по-моему, километр стоит 1 000 000 рублей. Некоторые жители довольно спокойно реагируют на ремонтные работы, ведь для них важно совсем другое. Я пеший человек, поэтому мне все равно. То есть без разницы? Нет, мне без разницы, главное, чтобы воду отключали. Честно говоря, мне кажется, что здесь достаточно ограждения, и без этого не обойтись, то есть лучше эти работы проведутся сейчас, чем начало отопительного сезона. Пока ремонтные работы продолжаются, жителям остается только ждать, когда завершится этот тернистый и бесконечный путь к отремонтированным городским дорогам. Юлия Сидельникова, Анастасия Шадрина, ЗАП-ТВ. 31 мая жители Читы столкнулись с проблемой. В Забайкальском крае закончились запасы газа и возникли трудности с поставкой топлива в регион. Без газоснабжения остались более 20 многоквартирных домов. Это около 10 тысяч жителей. Людям посоветовали покупать электроплиты. Читаоблгаз пояснил это тем, что топливо перестало поступать по железной дороге и транспортировать газ приходится на колесах. В начале июня в Забайкальский край были отправлены автоцистерны для того, чтобы не допустить отключения остальных домов. По словам замминистра территориального развития Забайкальского края, Читаоблгаз не смог обеспечить бесперебойную подачу газа из-за того, что покупал топливо на коммерческом рынке. Эта ситуация связана с тем, что в апреле-мае 2016 года, несмотря на то, что были заключены договора Читаоблгаз с поставщиками о поставке балансового газа, так называемого по установленной фиксированной цене, Читаоблгаз не выкупала этот газ, а приобретала по более выгодной для себя цене, коммерческой цене. На то время он почти в 2 раза был дешевле балансового газа. Предприятия, с которыми Читаоблгаз ранее заключал договоры на поставку балансового газа, после роста закупочной цены на коммерческом рынке отказали компании в поставке топлива. До мая 2018 года цена между балансовым и коммерческим газом была незначительной. Вскоре коммерческий газ в цене сильно вырос. В связи с этим компания «Читаоблгаз» не смогла произвести бесперебойную подачу топлива жильцам. Для того, чтобы восстановить снабжение, правительством Забайкальского края было направлено обращение в Минэнерго о содействии в возобновлении поставок балансового газа в Забайкальский край. Подключены все 23 многоквартирных дома. А в настоящий момент 2 стояка на улице Советская, 13, не подключены в связи с тем, что отсутствует доступ в жилые помещения специалистов Читаоблгаза для запуска газа в дом. Правительство Забайкальского края вместе с Минэнерго держит ситуацию под контролем. По словам Алексея Горенкова, поставки топлива будут стабилизированы и в дальнейшем будет вестись работа по недопущению перебоев. Виктор Соловьев, Евгений Погорелый, ЗАП-ТВ. Прокуратура Ингодинского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Читы, обвиняемого в совершении преступления «умышленное уничтожение чужого имущества». 2 марта 2018 года в дневное время обвиняемый, проезжая по Малаховскому тракту, увидел на обочине дороги средства автоматической регистрации «Арена». Из-за того, что ранее ему неоднократно приходили извещения о нарушениях правил дорожного движения с назначением штрафов, у мужчины возник план на уничтожение комплекса фотофиксации. Реализуя задуманное, он остановил свою машину, подошел к комплексу и нанес ему удар ногой, отчего измеритель скорости упал на землю и пришел в негодность. В результате действий обвиняемого организации причинен значительный материальный ущерб в сумме более 145 тысяч рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье Ингодинского района Читы. Санкция по данной статье предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В железнодорожном районе Читы бараков много, но этот самый узнаваемый, почерневший, наполовину разрушенный, окруженный бесчисленными стаями бродячих собак, что называется классика жанра. О нечеловеческих условиях, в которых обитают жители этого дома, рассказывал не только ЗАП-ТВ, но и Первый канал. С тех пор прошло больше года, но аварийный дом до сих пор не расселен.
Коноплев сказал, не ходите, не пиарьтесь, все равно ничего не будет. То есть, ну, смысла нету никакого. Можете хоть куда обращаться. Хотите, в суд обращайтесь. Хотите, хоть на какое там телевидение обращайтесь, нету ничего. Поэтому уже попустились, наверное, с администрацией спорить и напрямую через суд. Мне вот так вообще предложили вон комнату бывшую на Малой. Так там туалет, бывший туалет был. Фасад дома – это еще цветочки. Ягодки нас ждали за дверью, преисподняя. Если она существует, то она вполне могла бы располагаться здесь. Там сами уже делали. Вон здесь своими силами. Вот у нас. Тут вообще страшно там. Одним глазом спим, боимся сгореть. Вот этот вот рубильник вырубает. Вот моя квартира, вот это. Раз включили, все, сразу вырыли. Потом мы идем, договариваемся, либо ты говоришь, либо я. Основная часть жителей барака – это пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. У Ольги Сережиной семеро детей. Мрачную обстановку слегка разбавляют яркие воздушные шары в честь прошедшего дня рождения трехлетней Ксюши. Малышка инвалид. В 4 месяца она перенесла менингит и теперь не ходит и даже не сидит. Все время в лежачем положении. К тому же постоянно принимает дорогие противосудорожные препараты. Завтрак – это наш. Прежде чем покушать, надо сначала выпить все вот это. Часто болеют и старшие дети. Из-за разъедающей полы плесень они постоянно кашляют. Ливневые дожди, там были мы плавали, это вообще. Вот сюда я ложу сразу тряпки, потому что вода идет в ванну. А сюда течет? Да. Да. Вот она вся протекает, вот со стен. А здесь дети спят? Да. По пояс в земле дом настолько просел, что земля поднялась выше уровня окна. Стены разбухли так, что, кажется, вот-вот лопнут. Нам вообще сказали, сидите, молчите, пока здесь сидите. Да, сидим и молчим. Выбора, потому что нет. Я попробовала обратиться к нашей Ждановой. Меня даже на порог не пустили. Я вот зашла, сказала, мне надо на прием, я многодетная, у меня ребенок инвалид. Прописка, село Домогрыщи. Вы к нам не относитесь. Я говорю, я что, с луны упала? Не пытались снять квартиру? У меня просто не позволит финансово снять квартиру. У меня есть как бы материнский капитал. Я хотела уже, думаю, махну рукой, куплю дом где-нибудь поближе к городу. Но тоже без вариантов. Не хватает материнского капитала, чтобы купить дом поближе к городу. А сколько стоит? От 800 и выше. А материнский капитал 495 у меня. Ольге Сережиной дали комнату в этом общежитии 4 года назад. В 2016-м дом признали аварийным. Предоставлять другое жилье администрация железнодорожного района отказывалась. Однако после многочисленных судов женщина все-таки добилась своего. Потом подала апелляцию в город, городская администрация. Я выиграла там суд. Вот исполнительный лист у меня. Это обязать администрацию поставить мне очередную очередь. После суда прошло больше месяца. Тишина. Главе администрации железнодорожного района господину Коноплеву, вероятно, не приходится ходить зимой дома в теплых сапогах по заледенелым полам или просыпаться по ночам от страха, что проводка загорелась. А его заместитель Парамонов, очевидно, не знает, каково это пользоваться горячей водой из батареи и мыться в тазике. Вот и советуют жителям дома не пиариться. Что же до жильцов, они все еще надеются увидеть хоть какой-то свет в конце темного тоннеля. Гуля Алхасова, Сергей Бумагин, ЗапТВ. С начала лета водолазы поисково-спасательной службы «Забайкалпошспас» совершили уже 3 выезда с целью поиска утонувших в водоемах Забайкальского края. В 2 первых случаях дело касалось подростков, которые находились в воде без присмотра родителей. В последний же раз погибла целая семья. Вода таит в себе много опасностей. На реках течение тоже может подхватить и унести. На водоеме дело в том, что вода, она же скрадывает расстояние. Можно просто элементарно не рассчитать свои силы. Кажется, что поплыл недалеко, оборачиваешься, ох, обратно-то возвращаться, а сил-то уже не хватает. Поэтому опасность, она везде, везде есть. В Забайкале существует единственная профессиональная водолазная группа. В ее составе 12 человек. Работают они, к сожалению, в тех случаях, когда беда уже случилась. В тяжелом снаряжении, спускаясь в черную холодную пучину, спасатели ведут долгую и опасную работу, созерцая груды мусора, металлолома и рыболовецких сетей. Практически на ощупь они ведут поиск, а когда находят предположительный объект, то перед маской открывается зрелище порядком страшнее любого ужастика. Но загорая на пляже, наслаждаясь теплым песочком и прохладной водой, мало кто задумывается, что отдых может обернуться
обернуться трагедией. На водоемах постоянно можно встретить детей без присмотра взрослых. Мы часто отдыхаем, но в основном на кино не. Я с внучатами прихожу летом. Поэтому сегодня пришли, решили покупаться, выдался день. Но я их одних никогда не отпускаю. Постоянно под контролем, потому что страшно. А вот у них нет никаких надувных жилетов, ничего? Нет, я за ними смотрю, во-первых. Здесь берег мелкий, я всегда рядом. Я сама выросла на Киноне, и мы-то, знаете, выросли, за нами никто не следил, наши родители постоянно работали. Ну а их я отпустить никак не могу. Хотя я удивляюсь, многие дети приходят совершенно маленькие и купаются без родителей, без присмотра, без всего. Здесь захлебнуться можно даже вот возле берега. У меня мама всегда говорила, в ведре можно утонуть, потому что попадает в легкие вода, и все, человек прекращает дышать, здесь начинается утопление, и все. А ведь чтобы обезопасить себя и своих близких и минимизировать риски, необходимо всего лишь соблюдать простые правила пребывания на водоемах. Во-первых, не стоит купаться в незнакомых местах, потому что под водой могут быть острые камни, течение, битое стекло, проволока, и отдых может превратиться в довольно неприятную ситуацию. Во-вторых, когда вы идете купаться, отдыхать с ребятишками, пожалуйста, не спускайтесь ни в класс. Проследите за тем, чтобы на ребенке был одет спасательный жилет. Не стоит расслабляться на берегу алкоголем. В 80% случаев несчастных на воде это все из-за того, что были приняты горячительные напитки. А когда вы и уходите куда-то с семьей отдыхать и берете с собой лодку, ну, порыбачить, не стоит пренебрегать элементарными средствами спасения, спасательными жилетами. Многие их с собой берут, но не одевают. А зря. Потому что погода может очень быстро поменяться, может налететь ветер и опрокинуть плавсредство. И ну, тогда беды не миновать. У нас на Арахлее дежурят наши спасатели, в том числе и водолазы. Мы, конечно, поспешим на помощь, окажем помощь, но бывает так, что можем не успеть. Поэтому найдем, вытащим, но уже от тела. Мария Тачкина, Сергей Бумагин, ЗапТВ. На федеральной трассе, придомовых территориях и спортивных площадках Агинского района госавтоинспекторы проводят разъяснительную работу с населением в рамках социальной кампании по обеспечению безопасности детей на улице. Безопасность перевозки детей – это соблюдение скоростного режима, аккуратное управление машиной и использование специальных удерживающих устройств. Сотрудники ГИБДД напоминают, что для повышения безопасности на дорогах необходимо регулярно предупреждать детей, к чему могут привести переход проезжей части перед близко идущим автомобилем, а также выезд на велосипеде или гироскутере на проезжую часть. Савелий внимательно разглядывает свою маму. Он еще не успел привыкнуть к ней, но когда слышит ее голос, сразу успокаивается. Саве всего 2 недели, но так сложилось, что после рождения его вместо родного дома увезли в реанимацию. О том, что у ребенка тяжелый порок сердца, Олесе сказали после планового УЗИ на 20-й неделе беременности. Второе сделали ЭКГ, что говорят, сложный порок. Как бы. Ну, мы посчитали, нужно, что нужно дать шанс ребенку, потому что ну как можно убить? Представьте, он в животе пинается уже, ну, за счет меня получается жить. Он пинается, как бы, все вот это. Я не смогла, чтобы прервать беременность. Я думаю, через такое мы, как мы прошли, ему суждено жить. Олеся должна была родить в Новосибирске, где планировали сразу провести операцию ребенку. Однако родился Сава раньше срока и улететь попросту не успели. Младшего братика дома ждут 2 старших детей Олеси, но попасть домой малыш сможет только после операции. Савелий поступил к нам в возрасте 5 дней из Забайкальского перинатального центра с тяжелым врожденным пороком сердца. Ему проводится постоянное введение препарата, который поддерживает допустимое кровообращение, что позволяет поддерживать состояние ребенка в стабильно тяжелом состоянии. Ребенок нуждается в оперативном лечении в условиях новосибирского НИИ патологии кровообращения. Лечение Сава будет проходить по квоте. Операции и дальнейшая реабилитация уже оплачены государством. Сложности у семьи возникли, когда срочно понадобились деньги на перелет. Организация «Пчелка Майя» не осталась равнодушной и приобрела билет в одну сторону. На обратный путь у многодетной семьи средств еще нет. Муж Олеси Александр сам только выписался из больницы. На фоне стресса мужчина перенес инфаркт.
Помочь семье купить билет на обратный перелет можете вы. Отправьте смс со словом «платежи могу» на номер 3434. И тогда Савушка, которому пока очень тяжело дышать, вернется домой. Ксюх не увижу, сердце болит. Реву как это. Ну, потому что и правда он здесь, я там. Я сама там, а душа здесь, рядышком с ним. Это очень тяжело. Я вот сейчас с ним рядышком веду, и я бы не отходила ни на секунду. Была бы с ним рядышком всегда. Уля Алхасова, Владимир Николаев, ЦАП ТВ.